малину. А это ну, что за грибочек? Ну, побыстренько расскажите. Приклеили губки. Тоже любите? Приклеили губки, говорим. Мухомор, все вместе, ребята. Мухомор. Правильно, молодцы. На протяжении уже более 15 лет в детско-юношеском центре «Алем» работает семейный клуб «Кроха». Этот клуб организован для воспитанников с 3 лет. Это самые наши маленькие ребята, для которых были организованы общеразвивающие занятия. Так как в данном возрасте вид деятельности игровой, поэтому во все направления включены игровые элементы. На данных занятиях ребята получают разнообразные знания, развиваются всесторонне, знакомятся с окружающим миром. Например, на уроках по эстетическому развитию и изобразительной деятельности они учатся работать красками, пластилином, с цветной бумагой. На уроках музыкального развития они учат простые сценические движения и учатся исполнять простые потешечки и песни, которые затем демонстрируют свои умения на различных утренниках, которые проводятся в зависимости от сезона. Это и 8 марта, когда мы поздравляем всех наших девочек, и Новый год, когда ждем долгожданные подарки от Деда Мороза. Данный семейный клуб позволяет родителям дать возможность общения, поскольку не всегда у мамочек есть возможность куда-то выйти с детьми, многие находятся с ребятами дома, поэтому здесь не только они могут получить развитие своего малыша, но и в первую очередь поделиться своими приемами воспитания. Ведь есть и молодые мамочки, которые еще не опытные, а есть мамы, которые могут дать очень полезные советы. Поэтому здесь мы, конечно же, не только учим детей, но еще и учим родителей, как правильно преподнести ребятам тот или иной материал. И родители наши очень важные помощники, они присутствуют на каждом занятии и тем самым оказывают воспитанникам очень большую помощь, поддержку в адаптации, в получении новой информации из окружающего мира. Мама всегда рядом, она всегда поможет и подскажет, и поддержит, и даже поможет найти новых друзей и подружиться. Мы уже ходим от сентября, но мы со всеми успели уже познакомиться, подружиться. Нам здесь очень нравится. Мы еще сюда ходим в силуэтик заниматься на танцы, театр моды. В общем, мы очень довольны. Теплая обстановка, ребенок хочет, с желанием приходит сюда, ждет этого всего, встречи с учителями, с друзьями со своими. Ну, это большая польза нам, конечно, помимо садика, то, что мы не попали в садик, поэтому нам очень хорошо здесь. Спасибо вам. Хотелось бы сказать, что, конечно, мы очень любим наших воспитанников, мы очень привыкаем к ним. Мы здесь как настоящая семья, поэтому у нас есть возможность и дальше наших детей наблюдать за их развитием, потому что наши ребята продолжают обучение затем в других коллективах. Кто-то поет, кто-то танцует, потому что уже в этом возрасте мы можем выявить, у кого какие есть творческие способности. И, конечно, мы всегда рады видеть новых ребят. Мы всегда готовы зажечь какие-то новые творческие звездочки. Ребята, смотрите, как красиво, да. Дюцалем ждет вас в нашем семейном клубе «Кроха».